Всем доброго утра. Сегодня отличное солнечное утро, уже такое весеннее. Мы в Черногории, и сегодняшний день я буду бежать горный марафон вот по той горной цепи. На ту гору сегодня план подняться. Гора Румия считается священной вершиной. На вершине установлен храм, монастырь, часовня, ну что-то типа в этом. Вот маршрут пройдет по нескольким горным хребтам. Буду снимать видео, фото. Будет интересно. Поехали. Так, ну что, побежали дальше. Будем искать коров. Они там как раз где-то звенят по пути. Ну, как я говорил, сегодня еще и день охоты. Пологие пастбища. Сейчас здесь где-то километр 3-4 еще пройдет тропа, а потом уже будет второй. Сейчас вот обогнал мужика с пушкой, охотника очередного. Вот, снимать его там уже не стал. Обратите внимание, на чем ездят черногорские охотники. Нива. И вот эта штука такая сзади, это как раз место для собаки. То есть собаку не в салоне везут, а вот в такой специально оборудованной металлической коробке. Первый горный участок почти закончен. Я пробежал где-то 7 километров. Сейчас вот выбежал на асфальт. И дальше вот по этому асфальту сейчас немножко восстановлюсь. 2,5 километра пробегу по ровной местности. А потом уже вон туда, на хребет, на второй горный участок. О, вот в прошлый раз с этой стороны все было завалено. Видимо, машины подъехали, расчистили. В прошлый раз, когда сюда подбегали, просто на дороге лежал булыжник. Здесь я хотел показать горные пастбища, те самые, через которые будет лежать моя дорога. Вот сейчас чуть выше был колодец, и от него шел маленький такой трубопровод с водой как раз вот к этим пастбищам. Дальше их вот там еще больше будет. Ну прям точно, вот они и пастбища, вот она и корова. Буренка. Ой, надеюсь, это буренка, а не бурен какой-нибудь. Че мне через него? А, ну да, точно. Дорога прямо через буренку пойдет. Так, это не буренка. Эх, ё-моё. Благо, на мне ничего красного нет. Буренка. Ладно, буду звать ее буренка. Бычонка. Блин, здоровый какой, ёлы-палы. Так, так, так. Давай мы как-нибудь с тобой разойдемся, друг мой. Уже. Давай. Ты туда, я сюда. Так, ну вот тут такая же история. Также нужно ориентироваться вот по вот этим красным меткам и искать дорогу. А сейчас вот передо мной поле вот такое. Где дорога, кто бы его знал. А вот уже начались вот эти оградительные каменные сооружения. Мы в прошлый раз про них здесь рассказывали. В общем, типа такие загоны для скотины, огражденные камнями. Дальше их тут будет еще больше. И вот между ними будут такие лабиринты, можно сказать. Чувствуется, что уже весна. Весна пришла. Вот они, цветочки. Подснежники. Красота какая. Птички поют. Ну а тем временем до Румии было еще как до Китая. Господи, как же оно далеко. Что-то я ощущаю, что я конкретно опаздываю. 15 минут назад я должен был быть на подъеме в Румию. То есть туда должна была Анечка приехать. Но мне до туда
Ёпта, я даже не представляю, сколько мне до туда еще. Час, что ли? А, метку потерял. Куда бежать? Так, вот мы встретились с Анечкой. Оставшуюся часть горного маршрута я не снимал. Экономил батарейку, а вот сейчас буду снимать. Здесь у нас 3 километра обычной дороги будет до подъема в Румию. Мы пройдем их практически пешком. А дальше будем подниматься в гору. Вон там, на вершине, кружатся сотни птиц. Интересно, что там. Живут они там или пируют горой. Какая глубина снега, периодически проваливаются. Видимо, я тяжелее тех, кто шел до меня. Вот мы уже выходим на гребень, совсем чуть-чуть осталось. Сама пишет впереди. Поднимаемся, где-то в глубине разума начинает играть Владимир Высоцкий. Хороший знак, значит, до вершины совсем недалеко. Мы на Руме. Хоть она и не сильно высокая, всего лишь 1000 метров. Сугробный спуск в обратную сторону. Ого, там кто-то провалился, короче, на полметра. Там заминировано. Как по минному полю, аккуратненько. Так, тут у нас не спуск, а просто картинная галерея. Тут, как это называется? Мягкий свет, да? Ну, красота вообще прям сказочная.